того, чтобы почтить память. Слово предоставляется батюшке. Так, чтобы вы могли освободить дорожку, пожалуйста. Всю. Где фотографы, которые снимают? Получается, не получается. И жизни за то, чтобы мы жили в мире и согласии, без войны. Чтобы потомкам хорошо жилось. Чтобы спокойно растили детей и радовались всех для того, чтобы почтить память. Слово предоставляется батюшке, которыми приветствует каждый христианин в период со злом. Горе пришло в каждый дом, в каждую семью в Советском Союзе, в Германии, во многих странах Европы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь, небесного славления грехов век. О Христа, бессмертного Царя Его нашего, проси, дай. Мне радостно смотреть, сколько людей пришло. В прошлом году было нас мало, но с каждым годом все больше и больше. И это радует. Ситуация сложная. Наши враги хотят украсть нашу победу. Они хотят опорочить нашего советского солдата, который грудью стал на смертный бой с мировым злом. И мы заплатили за это огромную цену. Цену наших 50 миллионов, которые погибли, вместе, которые не родились. Американская армия освобождала и победила во Второй мировой войне. Я спрошу, а что, где они, в каких боях, каких сражениях эти американская армия, что она выиграла? Пелл-Харбор? А может, она выиграла в этих кинофильмах из Голливуда? У полицая президиума, я говорю, спросил у них. Вот вы говорите, что русские солдаты, они придумывают всякие басни, всякие небылицы про 2 миллиона изнасилованных немок. А я спрашиваю, а вы знаете, сколько немецкая армия сожгла деревень вместе с людьми и с детьми в России? 1780 вместе с детьми, вместе, это Хатынь, 1780 штук. А потом спрашиваю, а сколько русских солдат сжег на территории Германии хоть одну деревню с ее населением? Браво! Да, мы едины, мы непобедимы. Я услышал от пожилого немца, когда мы приехали в Германию. Он рассказал о том, что он воевал в России, и когда он попал в плен, русская женщина, простая женщина, помогала ему, кормила, поила, и когда он спросил у нее, почему ты это делаешь, ведь мы пришли на вашу территорию, мы пришли к вам с войной, она ответила, что мой сын где-то воюет, и возможно кто-то поможет ему, какая-то женщина. Я хочу сказать, что нет плохих или хороших народов. Разделяет любимая нас и тревожная черная стель пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Наши просто советские солдаты. И пришло время говорить друг другу правду. Ведь мы сели тогда, когда мы вместе. Тут все старшее поколение моего помнит, что в Советском Союзе у нас практически не было национальности. Я училась в этом здании. Thank you.
численно собрались здесь. Спасибо группе «Память», что они организовали это, что тем, кто не смог поехать на Берлин, тоже выпала возможность посетить памятник. Ну и от нас, байкеров, тоже как... Даже не знаю, что сказать, но... Низкий поклон. Низкий поклон... Самое главное присутствие. Погибшим да. в свое время. Памяти. Да. Мы очень рады, что мы... Thank you.